У памятника Гейдара Алиева десятки людей с цветами. Собравшиеся почтили первого президента Азербайджана. Политик сделал огромный вклад в социально-экономическое развитие Советского Союза, а позднее укрепление российско-азербайджанских отношений. Гейдар Алиев очень много делал для сохранения и популяризации исконных человеческих духовных ценностей, для социально-экономического развития Советского Союза и каждого его региона, включая, конечно, и нашу Ульяновскую область. Первый в стране памятник в честь Гейдара Алиева был построен именно в Ульяновске. Его именем названа 78-я средняя школа в Засвияжском районе. Гейдар Алиев многое сделал для Ульяновской области. В том числе участвовал в принятии решения о строительстве президентского моста через Волгу, возглавлял комиссию по расследованию и ликвидации последствий катастрофы теплохода «Александр Суворов», поддерживал культурные и образовательные программы. Честные и добрые отношения с Россией – это большая часть наследия Гейдара Алиева. Это его великая заслуга, за которую мы всегда должны будем благодарны. Мы, мои соотечественники и я, очень рад, что горжусь, что мы живем в таком особенном регионе, где чтят память Гейдара Алиева. В церемонии возложения цветов приняли участие представители администрации города и правительства области, депутаты городской думы и законодательного собрания, руководители национально-культурных автономий. Кирилл Савосин, Сергей Кудаков, Управда ТВ.